руки стали не те. После года общих работ руки стали совсем не те. Что можно сыграть такими руками? Что остается человеку в этом холоде, голоде, в несвободе? Огрызок карандаша, обрывки бумаги и музыка откуда-то сверху. Хорошо, что не тишина. Тишина убивает, делает пустым, а музыка... Музыка, она всегда вопреки. Рассыпаться не дает, не позволяет сломаться, не разрешает погибнуть. История Задиратского, конечно, сама по себе невероятно эффектна. Это из разряда чудес света. Предвзятое отношение к вот этому, в кавычках, новоявленному гению. Это не просто новое, это совершенно изумительное новое. Я спрашивал его, а как ты жил, да? Это тебя не касается. Все. Уважаемые пассажиры, время окончания посадки. Наша история началась с этой встречи в Магаданском аэропорту. В ноябре 17-го в город на краю России из Берлина приехал пианист-музыковед Яша Немцов. Приехал с одной целью – вернуть музыку на ее родину, исполнить 24 прелюдии и фуги Всеволода Задиратского, некоего композитора, о котором здесь не слышали никогда. Задиратский писал музыку, я думаю, не для того, чтобы зафиксировать то, как ему плохо там жилось, или там какие страшные вещи он видел, и что там происходило. Я думаю, он писал эту музыку, чтобы остаться человеком, остаться, то есть, музыкантом, даже в таких условиях. История о том, как зэк, находясь в одном из колымских лагерей в конце 30-х, каким-то удивительным образом написал музыку, которой сегодня рукоплещут в разных уголках мира, зацепила. История жизни Всеволода Задиратского действительно была похожа на сценарий остросюжетной драмы. Цесаревич Алексей, Танеев, Дзержинский, Брюсов, Скрябин – калейдоскоп персон, определивших свое время. Он был рядом с ними, но почему его имя, его творчество кануло в лету на долгие десятилетия? Берясь за эту работу, мы не могли и предположить, в какую историю затягиваем самих себя. Сколько километров пролетим и проедем вслед за нашим героем. Сколько встретим людей и будем поражаться вместе с ними парадоксальной судьбе, силе духа, фантастическому таланту одного человека и жуткой несправедливости целой эпохи. Это был первый инструмент, на котором начал занятие музыкой мой отец. Подарен он баронессой Штакельберг, моей двоюродной бабушкой, моей родной бабушке. Честь рождения первенца. Спасибо, Пашенька. Спасибо, моя дорогая. Да, да. Звучит. Он звучит. Он в порядке. На исходе 1891 года в Ровно молодая семья Задиратских отмечала поистине событие. Теперь их стало трое. В последующие 10 лет Мария Задиратская осчастливит своего мужа еще 4 детьми. Первенец Всеволод возьмет от своих родителей самое лучшее. От отца – волю и тягу к знаниям. Петр Андреевич – талантливый железнодорожный инженер, дослужившийся до управляющего системой юго-западных железных дорог. За большие заслуги, получивший по указу царя статус потомственного почетного гражданина. Такой документ. Вот, пожалуйста. Личный почетный гражданин Петр Андреевич Задиратский, православного вероисповедования, значит, русский. Петр Андреевич, он не получил никакого образования, научился грамоте у дьячка и потом... Только свой ум, свое стремление к знаниям, и он достиг очень большой высоты в своем интеллектуальном развитии. Родной язык, с которым он родился и вырос, был украинский. И он ходил в русский драматический театр, чтобы научиться
русскому правильному языку. От мамы Всеволоду достанутся проницательность и необыкновенная музыкальность. Мария Павловна была прекрасной пианисткой, как и ее старшая сестра, та самая баронесса Александра Штакельберг, которая подарила на день рождения племянника это пианино. Оно до сих пор хранит дарственную надпись 1892 года. К инструменту, определившему судьбу будущего гения, относились по-особенному. Каждое лето семья Задирацких отправлялась на дачу. Множество повозок, заполненных нехитрым скарбом. Отдельная телега предназначалась специально для этого пианино. По всей длине улицы, вымощенной булыжником, сейчас здесь скучный асфальт, укладывали сено, чтобы повозка шла легко и не растрясла семейную реликвию. Мы в Курске. Сюда по службе перевели главу семьи, когда Севе только исполнилось 6. Самые счастливые годы Задирацким подарит именно этот город. Этот дом насчитывает около 120 лет. Принадлежал он городскому архитектору, статскому советнику Александру Боумиллеру. Семья Задирацких заехала в этот дом в 1897 году и прожила в нем около 20 лет. Фасад дома выходил на улицу. За домом был большой сад. Росла сирень, почему у мамы всегда это ассоциировалось, с цветением ирисов и сирени. И была всегда музыка. Музыка в доме звучит постоянно, играет мама. И то, что Сева музыку эту не просто слышит, но и практически осязает ее, становится понятно очень скоро, после его первого посещения театра в Москве. В тот вечер в Большом давали «Жизнь за царя» Глинки. От фейерверка музыки, от мощи оркестра маленький Сева, сидя на коленках у мамы, от восторга несколько раз намочил штанишки. Мама расстроилась, а зрители в ложе пошутили. Быть ему либо мореплавателем, либо музыкантом. Раньше в этом здании располагалась мужская гимназия города Курска, а сейчас здесь находится завод «Электроаппарат». Что же касается Задирацкого, то и он сам, и многие, кто учился в этой гимназии, оставили сведения о ней как о заведении суровых нравов. Задирацкий учился средне. По некоторым предметам он имел успехи, но в основном учился где-то на тройке. Пятерка у Всеволода в гимназии только по-французскому. Зато в классах музыкального общества под руководством Аркадия Абазы юноша среди лучших. Осваивает фортепиано пылко, делает первые попытки писать музыку. Именно рекомендации Абазы, который разглядит в Задирацком недюжинные способности, помогут поступить в Московскую консерваторию. Москва. Жизнь здесь, по сравнению с тихим Курском, бьет ключом. Серебряный век. На смену классике приходит эксперимент, неведомые ранее течения в музыке, литературе, живописи, философии, свобода в искусстве. Всеволоду непросто. Он получает высшее образование одновременно в двух лучших учебных заведениях Белокаменной. Московский государственный университет имени Ломоносова, корпус на Маховой. Именно здесь, середины прошлого века, учатся будущие журналисты. А в 1910 году 19-летний Всеволод Задирацкий поступает сюда на юридический факультет. Поступает по настоянию отца. Мужчина должен иметь серьезную специальность. С друзьями в Москве Всеволоду повезло. Он живет у Федора Платова, приверженца футуризма и талантливого художника. Дружба с футуристами даст о себе знать очень скоро. Озорные выходки Севы, надежды и гордости семьи заставят покраснеть родителей. В Курске вышел на сцену дворянского собрания играть. Это был, наверное, год 14-й. Будучи студентом консерватории, приехал в какой-то сатиновой рубашке невероятной. Цветной, значит, и какой-то клетчатой жилетке, так сказать, на нее наброшенной. В общем, выглядел как завзятый футурист,
с московского асфальта. Это вызвало, конечно, ужасающий скандал. Дома ему долго не могли простить эту выходку. В Москве Всеволод часто заходит в этот дом. Здесь живет Валерий Брюсов. Корифей русской литературы, хранитель традиций, личность в писательских кругах начала прошлого века непоколебимая. Разговоры об искусстве, споры, наставления. Всеволод впитывает это общение жадно, учится, но все-таки человеком, определившим музыкальное мировоззрение молодого Задирацкого на всю последующую жизнь, становится философ от музыки Александр Скрябин. Московская консерватория не чета юридическому факультету университета. Там развитие ума, здесь развитие души, воспитание аристократов из артистической среды. Наставники Всеволода в консерватории не просто преподаватели. Видные деятели искусства того времени – Танеев, Ипполитов Иванов, Пахульский, Кип, студент Задирацкий – проходит курс обучения по специальностям композиция, фортепиано, оперно-симфоническое дирижирование. Он владел абсолютно всем арсеналом фортепианного дела. И благодаря во многом этим своим рукам, которые были замечательным образом поставлены на клавиатуру. Этим славился его профессор, учитель в Московской консерватории по фортепиано Карл Августович Кип. Да, знаменитый профессор, учеников которого называли киповскими рысаками. То есть они были настолько вооружены технически, что их мало кто мог превзойти в скорости воплощения сложнейшего фортепианного текста. Московской консерватории. Именно этот зал стал основным местом его какого-то художественного самовыражения в студенческие годы. Вот именно в этом зале он и играл. Поэтому он начал сразу, с самого начала, еще студенческие годы, искать свою дорогу. Почему Танеев его и направил к Скрябину? Потому что Танеев понимал, что Скрябин на самом деле и олицетворяет вот то самое прорывное, новое. В ту пору это было действительно так, но Скрябин был гениален. Я думаю, что если бы до нас дошли его ранние сочинения, они были бы очень скрябинскими. Блистательный Петербург. Здесь живет баронесса Александра Штакельберг, супруга сенатора. Замужество позволило выйти барышне из обедневшей дворянской семьи в высший свет. Тетушка не оставляет любимого племянника без внимания и в этот студенческий период. Вводит в свое окружение. Балы, новые знакомства, в том числе и с представителями монаршей семьи. Всеволод, заметный молодой человек, отличается не только искусной игрой на инструменте, но и, обладая отменной памятью, знает наизусть огромное количество музыки. В 1915 году 24-летний Всеволод Задирацкий появлялся в этом месте регулярно. Царское село, Александровский парк, дорога к Александровскому дворцу. Раз в неделю студент Московской консерватории приезжал сюда в качестве музыкального воспитателя наследника престола. Он учит цесаревича Алексея не игре на фортепиано, для этого определен другой воспитатель. Всеволод открывает подростку мир музыкальной литературы. Что он делал там? Он играл. Ведь звукозаписи не существовало.
И для того, чтобы цесаревич, молодой, маленький его ученик, узнал музыкальную литературу, он ее воспроизводил. К тому времени у студента Задирацкого уже своя семья, жена, маленький сын Ростислав. Казалось бы, живи и наслаждайся жизнью, но только не в ту эпоху. Гордость Московской консерватории – доска с именами золотых выпускников. Всеволод Задирацкий, кстати, тоже шел на золотую медаль. И если бы не Первая мировая война, его имя было бы также высечено в мраморе среди лучших. Закончить консерваторию Задирацкий не успевает. В 1916-м он получает диплом юриста, сразу отправляют на фронт. Во время войны все выпускники Московского университета, годные к военной службе, призывались в обязательном порядке. Не поставлена дипломная опера «Нос» по гоголевскому сюжету. Ее никогда не исполнят, как и другие первые сочинения. Офицер царской армии Задирацкий увидит войну во всех ее чудовищных проявлениях, получит тяжелейшую контузию, а после Первую мировую сменит гражданская, и страна изменится. Навсегда. Он останется в Белой армии. В Белой добровольческой армии Деникина. В чине корнета. Этот симфонический плакат Задирацкий напишет в 1935-м, назовет его «Конная армия» – музыкальное отражение тех лихих лет. Впервые это сочинение исполнит только в 2018 году в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. На исходе 1919-го на окопную жизнь Задирацкого прольется свет. К нему на юг России приедет супруга, любимая Таля, Наталья Задирацкая, с 4-летним сыном. На фоне крымской белой агонии они проживут вместе 2 счастливых месяца, а потом расстанутся. Возвращаться в Курск или Москву семья не решится. Единственным выходом станет эмиграция. Mon père n'a jamais parlé de ma famille russe. Это внук Всеволода Задирацкого, Лоран Задирацкий. Он живет во Франции. О своем родном дедушке узнал только после смерти отца, Ростислава Всеволодовича. Когда мой отец умер, я нашел много документов, каких-то бумаг очень старых. Все они были на русском языке. Я узнал о жизни во французской эмиграции отца и моей бабушки, которые никогда не видел. Отец никогда не говорил о прошлом. Эмигрантам из России было очень тяжело вспоминать об этом. Лоран показывает самый старый документ своего семейного архива. Это разрешение британского посольства для семьи эвакуированных белых офицеров на выезд из порта Новороссийска. В начале 1920 года боеспособные воинские подразделения перебрасывались в Крым для продолжения борьбы с красными, а семьи белогвардейцев уплывали в Грецию, Турцию, Тунис на кораблях английской эскадры. Наталья Задирацкая с мамой и сыном Ростиславом покидают Россию навсегда. Со своими родными Всеволод больше не увидится. Задирацкий в отчаянии. Он потерял самых близких. Поэтому, когда Всеволод станет свидетелем безжалостного убийства пленных красноармейцев одним из офицеров, его нервы не выдержат. Он застрелит палача и побежит на другую сторону через линию траншеи. Красный. Деникинцы запрут в разграбленной помещичьей усадьбе вместе с другими пленными. Всеволод окажется под замком в комнате, где в целости остался только рояль. Музыкант свою последнюю ночь перед расстрелом сядет за инструмент и будет играть одержимо, талантливо, не останавливаясь до самого утра. В этой же усадьбе с расстрельными документами пленных в эту ночь будет работать Железный Феликс. Дзержинский услышал это. А так как вместе с ним сидели еще другие офицеры, их, конечно, расстреляли.
А поручика Задирацкого Дзержинский освободил. Ну, как освободил? Он написал «Сохранить жизнь». Надпись рукою самого Бога, так сказать, сделана вот тогда. «Сохранить жизнь». Вот эта надпись, она и определила то, что его не убили, не расстреляли, не замучили окончательно, а просто закрыли. Закрыли для истории. Задирацкий вернется в новую страну. В ОЧК местом жительства определит музыканту Рязань. Ему не запрещают сочинять музыку, но играть ее перед публикой нельзя. Можно преподавать. В городе нет специалистов такой высокой музыкальной квалификации. Но вся работа под контролем органов. За 10 лет Всеволод Петрович успеет поработать в музыкальной школе учителем по классу фортепиано, в Институте народного образования преподавателем истории музыки, в Рязанском советском театре дирижером оркестра, в музыкальном техникуме. Рязань 20-х годов – это не была столица, это совершенно очевидно. Но ему-то там было душно, и он, конечно, искал какого-то общения в Москве. В 1924 году в Москве, в противовес Ассоциации пролетарских музыкантов, чьей целью было создание массового революционного музыкального репертуара, возникает Ассоциация современной музыки. Альтернативная композиторская организация, ориентированная на авангард, как свой, так и зарубежный. Всеволод Задирацкий становится членом АСМА. Эта музыка настоящая, прогрессивная, интересная, экспериментальная. Такую музыку ему хочется сочинять. До начала 30-х годов русский авангард еще как-то пользовался относительной свободой. Но Российская ассоциация пролетарских музыкантов и власть, придержащая кремлевская, идеологи, они сразу поняли, что с авангардом им не по пути. Общался он главным образом с Александром Масоловым, который был его каким-то очень довольно близким, судя по всему, приятелем. Там он получал какую-то подпитку через общение с коллегами по цеху, что называется, общение, с которого он был лишен в Рязани. Поэтому именно его членство в АСМЕ дало ему возможность чувствовать себя причастным к большому миру музыки. В 26-м Задирацкого арестовывают. Это уже второй арест. Первый случится 5 годами раньше. Эхом отзывается белогвардейское прошлое. Выпустят быстро, вероятно, поможет резолюция Дзержинского. В этот раз композитора закроют на 2 года. Сотрудники ОГПУ конфискуют все рукописи. Все творчество, неуслышанное, кануло. Задирацкому уже 35, половина жизни за плечами. Музыкант морально подавлен. В тюремной камере предпринимает попытку самоубийства. Его выпустят в 28-м. Именно этим годом датируются первые сочинения, сохранившиеся в архивах семьи. Дальше – Крым. 2 фортепианные сонаты появляются в Керчи, в местечке Старый Карантин, всего за пару месяцев. Он пишет музыку простым карандашом не на нотной бумаге, а на разлинованных собственноручно листиках блокнота. Работает лихорадочно, быстро, талантливо. Те опусы, которые мы знаем 28-го года, 29-го года, это все еще авангард в его классическом выражении, но совершенно индивидуальном при этом выражении. Он абсолютно один. Он, так сказать, изобретает какой-то свой язык, как и во всем, как всегда. В 30-м году Всеволоду Задирацкому, о чудо, разрешено жить в Москве. Он, гражданский, неполноценен, без паспорта, без избирательных прав, но в столице, рядом с единомышленниками. Работает во Всероссийском радиокомитете композитором. Получает заказ от радиотеатра на написание оперы. «Кровь и уголь» на собственное либретто закончено к концу 31-го года. Сочинение хвалят. Приступает к созданию второй по Лопе де Вега «Валенсианская вдова». Такое ощущение, что он написал то, дефицит чего был в его жизни. В принципе, это гимн любви, понимаете, которая совершенно, значит, реальная, которая, ну,
Лопе де Вега интересно поставить. Московский период станет самым плодотворным в творческой жизни композитора. Рождаются много камерных, фортепианных, вокальных, хоровых сочинений, написана симфония. Снова высокие оценки коллег. Но ничего не прорывается в эфир и на большую концертную эстраду. По радио звучит лишь оформительская музыка к драматическим спектаклям, без оглашения фамилии автора. Но однажды Задирацкому все-таки удастся выйти на сцену со своей музыкой. 16 мая 1932 года в Доме печати состоится его первый авторский концерт. В программе песни на слова советских поэтов Маяковского, Асеева, Кирсанова. Это событие зафиксирует справка с печатью. Даже не афиша. Афишу выпустить не рискнут. В 1934-м для Задирацкого Москва закрывается, его высылают в Ярославль. Незнакомый город, ни родных, ни близких. Вот это место, которое раньше называлось Козлово поле. Уж какое тут было поле, березок не было, это было действительно поле. Здесь он познакомился с моей мамой. Здесь вообще было создано много светлых сочинений, потому что он в этот период переживал какой-то ренессанс чувств. Это была любовь. Конечно, конечно, это была влюбленность, это была любовь, причем в самом таком каком-то пожарном выражении, да. И, в общем, в результате еще появился я. Валентина Перлова моложе Всеволода Петровича на 17 лет, ей всего 26. Задирацкому дарит то, чего так не хватало все эти годы. Любовь, признание, поддержку. Ярославль Задирацкого впечатлил. Старинный город, раскинувшийся на берегу Волги, с тысячелетней историей. Первое, что начинает делать композитор здесь, собирать материалы к эпической драме «Лихолетие». Он замышляет литературное сочинение, посвященное Великой Смуте начала 17-го столетия. Изучает архивы, перечитывает книги по истории города, старается для артистов драматического театра имени Федора Волкова. Мечтает, чтобы его драма была поставлена именно на этой сцене. Но ее не поставили. Ее не поставили. И его произведения вообще не шли. И музыка к спектаклям, которые здесь выходили, шли без упоминания его имени. На афишах его имя не появлялось. Никогда. Он был стерт. Композитор увлечен идеей создания в Ярославле музыкального театра. Хочется поставить свою оперу «Валенсианская вдова», чувствует в себе музыкальные силы на организацию оркестра и создание труппы. Понимает, не хватает режиссерских навыков, заочно поступает в ГИТИС на режиссерский факультет. Общается с Константином Станиславским, тем самым не стесняется учиться в свои 44. Я вас сразу выключаю из плоскости актерства. Основное место работы в Ярославле – музыкальное училище имени Собинова. Здесь Задирацкий ведет дирижерские оперные классы, преподает историю музыки, гармонию, фортепиано, массу предметов. И ему хватает сил творить. Яркий, талантливый, требовательный, не прощающий халтуры и лени ни коллегам, ни студентам. Завистники появляются с той же скоростью, с какой композитор раскручивает колесо своей деятельности. Вместе с изменником Родины! В 1937-м для злопыхателей наступают благодатные времена. Большой террор стучится в двери. Приказ НКВД номер 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов уже подписан наркомом Ежовым. Согласно документу, все репрессируемые делятся на две категории. В первую входят наиболее враждебные элементы, они подлежат расстрелу. Ко второй категории относятся менее активные враги народа, их участь – заключение в лагере. План по Ярославлю – арестовать 750 человек по первой категории и 1250 по второй. Ну, действительно, Сталин – убийца, да? Сталин – живодер, там, все такое. Но Довлатов правильно говорит, не он же написал 4 миллиона доносов. Педагог Задирацкий заявил нам, студентам первого курса, что учащиеся, которые имеют плохие отметки, контрреволюционеры. На общем собрании училища Задирацким была высказана мысль, что мы здесь, в Ярославле, не доросли до заграничной музыкальной культуры. Говорил, что нам хотя бы и дорасти до украинской музыкальной культуры.
В разговоре со мной Задирацкий сказал, что Ленина погубили работой. Задирацкий – человек, совершенно не заслуживающий политического доверия. Задирацкий чувствует, приближается беда. Печальный опыт прошлого ареста подсказывает спрятать все рукописи. В доме остается лишь второй экземпляр патриотической, исключительно советской арктической симфонии. После обыска рукопись исчезнет без следа. Вон там находится Ярославское СИЗО номер один, в народе коровники. В 30-е годы здесь находилась тюрьма НКВД, где содержались особо опасные государственные преступники. Сюда в 1937 году был доставлен и композитор Всеволод Задирацкий. Арестовывают 17 июля, 8 августа уже суд закрытый, с ограниченным количеством свидетелей. Это те, кто писал доносы. За несколько фраз, приравненных к контрреволюционным, Задирацкого приговаривают к 6 годам лагерей на основании 10-го пункта знаменитой 58-й статьи и отправляют подальше, в проклятые места. Вот таким он покинет Ярославскую тюрьму. Здесь композитору 46. За 2 года Колыма сделает из него глубокого старика. Нагаевская бухта. Живописная, хоть картины пиши. А еще каких-то 70-80 лет назад для тысяч советских людей вход в эту бухту ассоциировался с воротами в ад. Страшно, холодно, неизвестно, смертельно опасно. Осенью 37 года этой же самой дорогой в трюме дальстроевского парохода сотни других заключенных прибыл на Колыму Всеволод Задирацкий. На магистрали Нагаева-Колыма работают заключенные северо-восточных исправительно-трудовых лагерей НКВД. 37-39 год – это очень драматичный, очень серьезный период истории Колымы. Здесь не было, ну, строго говоря, в полном понимании советской власти. Здесь было государство в государстве. Сюда начали поступать в массовом порядке жертвы большого террора с материка. Практически 88% заключенных были осужденными за контрреволюционные преступления. Знаменитая 58-я статья. Узнать, как выживали в те годы заключенные у Свитла, сегодня можно. По архивным документам, по мемуарам. Но мы решаем уехать. В один из заброшенных колымских лагерей, коих на территории области сохранилось не так много. Все они расположены в сотнях километрах от Магадана. Добраться до такого лагеря – целое приключение. Пока едешь, не покидает мысль, как сюда доходили ЗК. Пешком по бездорожью, через реки и болота, через снега, в минус 50. Как можно было вообще выжить в таких условиях? После ареста первого начальника дальстроя Берзина в 37-м система содержания заключенных резко ужесточается. Рабочий день увеличивается с 8 до 12 часов. Нормы выработки растут, стране нужно золото. Питание зависит от того, сколько наработаешь. Пайку рассчитывают вплоть до граммов соли и количества лаврового листа на одного ЗК. Досыта никогда не кормят. Качество еды низкое. Лагерная обслуга подворовывает продукты, предназначенные арестантам. Ежедневно в 37-38 годах в колымских лагерях, на приисках, в пересылках умирает по 10-15 человек. Заключенный лишен каких-либо прав. Винтик большого механизма ломается, на смену тут же ставят другой. Все это, видите, промышленная зона. Наверху штольни, это колода. Принцип точно такой же, как на золотодобывающих предприятиях. Видите, там бочка скроберная, такой небольшой монитор. Видимо, размывали породу, получали концентрат. А у них могли бы быть перебои с едой из-за снега, из-за каких-то таких вещей. Самое трудное было там, в штольнях. Вот это, думаю, общие работы очень серьезные были. Наш проводник доводит до одной из промышленных зон. Здесь композитор убивает свое здоровье в течение 2 лет. Штольня, порода, тачка.
Жилая зона лагеря. Построек немного. Барак с двухъярусными нарами, столовая, сортир, вышки, КПП да карцер. А это камера штрафного изолятора. Сюда сажали заключенных на несколько суток за малейшие нарушения. Деревянные нары, невозможность встать в полный рост. Это все больше напоминает гроб и только маленькое окошко за стальной решеткой в большой мир зоны. В этих условиях Задирацкий сделает невозможное, останется человеком. Всеволод Петрович уже опытный сиделец, понимает, в такой среде надо заслужить авторитет у уголовников. Заслуживает благодаря блестящим ораторским способностям, необыкновенной начитанности и знаниям законов. Он будет тискать романы, так на лагерном сленге называется то, чем занимаются рассказчики. Изначально основная масса тех, кто попадал в лагеря, это люди с низким уровнем образования. Причем не только заключенных, но и в администрации тоже. Поэтому любой образованный человек, знающий что-то, умеющий рассказать и так далее, ценился на вес золота. Уголовники подкармливают композитора и не дают издеваться. Охрана, испытывая уважение к образованному сидельцу, разрешает писать. Именно охранники выдали ему блокнотик и листы телеграфных бланков. И карандаш ему дали. Он клятвенно пообещал буквы не писать, только нотные знаки. И вот он в условиях лагеря, не имея инструмента, не имея ластика, чтобы делать какие-то правки, он должен был работать именно без права на ошибку. Он так и работал. За 2 года в лагере на телеграфных бланках и листиках блокнота композитор создаст 24 прелюдии и фуги. Сложнейшее музыкальное произведение длительностью более 2 часов. Именно Задирацкий через 2 столетия после Иоганна Себастьяна Баха первым возродит барочный жанр. Он был первым, кто возобновил интерес к такому сложнейшему жанру, как тетрадь 24 прелюдий и фуг. 37 год. Цикл Хиндемита «Лудус Тоналис» появился в 42 году. Шостакович написал свои прелюдии и фуги в 53-м. И современники об этом не узнали. С точки зрения музыкальной ценности мы видим совершенно потрясающую музыку, абсолютно другую. Никакой связи ни с Шостаковичем, ни с Прокофьевым, с этими титанами не имеющая. 50 лет создается музыка, и в этом жанре создается, и никто близко не подошел к этому. Просто ты когда слушаешь, ты ошеломлен вот фактурой, диапазоном, количеством регистровки, ритмикой. Все очень необычно. Больше таких случаев, кроме Шаламова, не знаю. Когда случай крайнего страдания, некой границы биографической, за которой может быть только смерть. Человек балансирует на одной ноге, чуть не падая в эту пропасть. Ему хватает внутренней концентрации, чтобы собрать и создать нечто настолько значительное. Декабря 2014 года. Дата, вошедшая в историю. Именно здесь, в Рахманиновском зале Московской консерватории, состоялась мировая премьера 24 прелюдий и фуг Всеволода Задирацкого. Музыка, как это ни странно звучит, обрела голос впервые после 75 лет молчания. В этой музыке очень удачное сочетание человечности и колоссального совершенно профессионального мастерства. Это энциклопедия. Причем, например, мое личное к ней такое вот отношение, как к чему-то очень дорогому, в том, что она очень теплая. Она сама по себе вот совсем не несет на себе отпечатка тех страданий, которые человек испытывал в момент создания этой музыки. Год спустя. Санкт-Петербург. Концертный зал Мариинского театра. На неведомое имя на афише публика идет. 24 прелюдии и фуги будоражат, трогают, потрясают. Самое главное было не просто выучить ноты. Понимаете, это, конечно, было сложно, безусловно.
понять, что за ними стоит и что там происходит. Музыка изумительная совершенно, совершенно гениальная сама по себе. Чрезвычайно много преодоления, она вообще основана на преодолении. Всегда вот есть какая-то звезда, да, какая-то цель, какая-то мысль, какая-то сверхзадача в нашей жизни. Она нас ведет. Мне кажется, вот в музыке 24-х прелюдий фуг Всеволода Задирацкого такой идеей, такой невероятной силой была жизнь. А это уже Магадан. Здесь впервые услышит музыку Задирацкого благодаря пианисту из Германии Яше Немцову. Сейчас воспринимается как предшественник, как предтеча тех, кого мы знаем как великих композиторов 20 века. Просто, ну, биографически так сложилось, что нам это не досталось вовремя. Это, я думаю, что открытие для большинства сидящих в зале. Большой зал Московской консерватории имени Чайковского. В 2016-м здесь увековечили музыку Всеволода Задирацкого. За 6 летних вечеров фирма «Мелодия» записала двойной альбом 24 прелюдий и фуг. Произведения исполнили 6 молодых пианистов – Ксения Башмет, Лукас Генюшес, Андрей Гугнин, Никита Мдаянс, Юрий Фаворин, Андрей Ярошинский. Звукорежиссером проекта стал Михаил Спасский. «Мелодия» выпустила 2000 экземпляров. Весь тираж дисков сегодня раскуплен. Музыка высокого качества доступна и в интернете. Все-таки Задирацкий – это не развлекательная совсем история. Вот. Это для ценителей, для понимающих людей. Нам пишут благодарности, что мы это сделали. Если не мы, то кто? Да, это не вопрос бизнеса, но ведь мы же должны что-то оставить после себя. Бедная ты моя, так хочется дать тебе солнце, весну, видеть твою улыбку. Чего бы я только не дал, чтобы ямочки на щеках никогда не пропадали. Я еще орел, а не индюшка. Да и твоя душа, душа кондора, а не трясогузки. Целую твои бровки, прижимаю к сердцу. Неотправленное письмо Задирацкого любимой жене. Валентина Перлова сделает невозможное. Она будет бороться за мужа и победит. Напишет заявление на имя прокурора СССР Андрея Вышинского, где докажет невиновность супруга. 8 страниц взвешенных аргументов и доказательств непричастности Всеволода Петровича к контрреволюционной деятельности. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений. Такой же дорогой, через такие же двери, летом 1939 года Всеволод Петрович Задирацкий наконец-то вышел на свободу. Перед отправкой домой в Ярославль ему несколько месяцев придется провести в Магадане. В ожидании парохода на Большую Землю. Город только строится, жилья не хватает, люди ютятся в землянках и бараках. Он не сидит сложа руки, устраивается на работу в клуб управления северо-восточных исправительных лагерей. Там есть театр. По сути, крепостной. Артисты и музыканты все репрессированные. Спектакли и концерты ставятся исключительно для администрации Дальстроя. Крафтовая бумага. В такую в прошлом веке селедку заворачивали. Вот как раз на такой бумаге, как говорится, что было под рукой, Всеволод Задирацкий пишет сонату для фортепиано «Фа минор». Пишет ее здесь, в транзитном лагере, в 1939 году. Один из бараков сохранился до сих пор. Отсюда по этапу шли заключенные на Колыму и здесь же дожидались отправки на материк уже освободившиеся. Еще не нотная бумага, но уже и не телеграфные бланки. Именно по этой улице день и ночь бесконечно шли войска. Это были солдатские колонны колоссальной длины, так сказать, они шли беспрестанно. Это тысячи, десятки тысяч людей.
41-м семья Задирацких эвакуируется в село Мерке на границе Казахстана и Киргизии. Композитор читает лекции местной молодежи по истории искусств и работает музыкальным воспитателем в детском саду. Так низко его профессиональный статус не опускался никогда. Это угнетает, но творчество спасает снова. На этот раз в талантливую голову приходит идея написать роман «Человек идет по эпохе». Рождаются новеллы. Задирацкий, теперь уже прозаик, записывает их в большие амбарные тетради. Истории дореволюционной жизни современников, основанные на собственном опыте. Первые слушатели – жена и сын. Это сама жизнь. Сама жизнь, которая раскрывается перед тобой, как на экране. Сколько раз я обращался к разным именитым литературоведам, издателям, литераторам прочитать. От меня отмахивались, как от назойливой мухи. Потому что, когда узнавали, что автор – композитор, музыкант, ну что музыкант может путного сделать в литературе? Рукопись удается опубликовать только в 2012-м. Книга выходит под названием «Золотое житье». Получает высокие оценки экспертов в области литературы тех, кто решился открыть для себя нового автора. Конечно, Задирацкий был очень одаренным писателем. Это яркая, интересная книга. Очень разная. То детектив, то светская история, то такие хрустальные детские воспоминания. А именно человек, свободный от литературных конвенций, здесь может писать. После декрета о печати было негласное, нигде не записанное, но всем очевидное такое, что ли, постановление, такой вердикт негласный. Нельзя ругать Октябрьский переворот, нельзя хвалить Россию до октября. И это резко деформировало нашу литературу. Задирацкий показал неизвестную нам, вот буквально терра инкогнито, предвоенную Россию. Я ему необычайно благодарна за это. Вот существует человек, существует одаренный музыкант, мало кому известный и никому неизвестный писатель. Вот сколько их еще было и канули навсегда. После Мерке будут Краснодар, Житомир, снова Ярославль. Он вернется в музыкальное училище, будет жить здесь же, с семьей, в одном из классов. В этом зале состоялись премьеры его камерной симфонии для 9 музыкантов с солирующим роялем, где он сидел и за роялем, и одновременно выполнял функцию дирижера. Сын помнит это время отчетливо. Не самый счастливый период в жизни Задирацких. Несмотря на прекрасные характеристики руководства училища, которые до сих пор хранятся в архиве, в 48-м композитора снова начинают травить. Толчком к очередному изгойству становится первый съезд Союза советских композиторов в Москве. 500 делегатов. Главная тема – борьба с формализмом. Из доклада Тихона Хренникова. Эта музыка сильно отдает духом современной модернистской музыки Европы и Америки, отображающей маразм буржуазной культуры. Составлен список композиторов-формалистов. В него попадают лучшие и известные. Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Шибалин. Гениальная музыка оседает в портфелях. В приоритете песенный жанр, простой и доступный. Задирацкому не прощают его прошлое в ассоциации современной музыки. О том, чтобы исполнять свои произведения, не может быть и речи. В Ярославле композитору больше делать нечего. Он все время брался создавать партитуры. Он прекрасно чувствовал и слышал оркестры, владел оркестром. Начинал создавать партитуры и останавливался. Он понимал, что ему не дадут услышать это в оркестровом воплощении. Это брусчатка. Эти старые дома еще помнят Всеволода Задирацкого. Город Львов. Здесь композитор нашел свое последнее пристанище. В
Сегодня на Украине много почитателей творчества Задирацкого. Его музыка с успехом исполняется, студенты консерватории пишут дипломные по его творчеству, первые ноты его сочинений и первый компакт-диск с произведениями были выпущены именно здесь. С его творчеством познакомилась где-то 5 лет назад. Это ведь композитор очень такой мощный композитор. Абсолютно в контексте музыкального языка 20 века. Улица Киевская, дом 9. 49-го семья Задирацких живет здесь. На 3-м этаже новоселам дадут 2 комнатки в коммунальной квартире. И впервые за долгие годы у композитора появится рояль. Он был известен, конечно, всему околотку благодаря звучанию инструмента постоянному. Так сказать, особенно летом, когда открыты окна, так сказать, тут все гремело его присутствие. Здесь он собирал свое знаменитое снаряжение, портфель с непроливашкой, ручка с пером Рондо, да, нотная бумага, которая, к счастью, так сказать, тогда уже была у него под рукой. Отсюда уходил на работу. Во Львове Задирацкий находит настоящую творческую среду, о которой мечтал. Оперный театр, филармония с симфоническим оркестром, консерватория, где Всеволод Петрович может раскрыть свой потенциал. Главное, чувствуется связь с европейской музыкальной традицией. Задирацкий преподает в консерватории и вечерней музыкальной школе, снова много сочиняет. Фиксирует для студентов в обычных школьных тетрадках свои лекции по истории пианизма. Фактически учебник, конспекты ходят по рукам и переписываются. Но его музыка по-прежнему не звучит. Он – композитор-одиночка, вне системы, с прошлым изгоя. Зарабатывать сочинением не может, не выдерживает. Завязывает переписку с московскими функционерами от музыки. Из-под его пера вылетают обвинения в конъюнктуре и бюрократии Мусфонда, в двойных стандартах Союза. Получит тут же. Во Львов придет директива разобраться с разговорившимся оппозиционером. Следствием скандала станет прогрессирующая ишемическая болезнь. Был у него одновременно какой-то абсолютно несдвигаемый стержень, абсолютная рыцарская преданность искусству. И не было сил в мире, которые могли бы его оторвать от искусства. В 51-м через швейцарский Красный Крест композитору удается найти свою первую семью. Наталья и Ростислав Задирацкие окажутся во Франции. Из нескольких писем от родных он узнает, что сын Ростик закончит физико-математический факультет Сорбонны, будет награжден французским командованием военным крестом за редкое достоинство интеллекта и морали и спокойную храбрость в первые годы Второй мировой, попадет в плен к нацистам, 1 мая 45-го будет освобожден бойцами Красной армии. В 58-м у Ростислава родится сын Лоран. Только Всеволод Петрович уже не узнает о том, что стал дедом. Это была ночь после дня рождения моей мамы. Так все сидели за столом, пили чай. Часов примерно в 9 вечера сказал, ну, хватит, я немножко поработаю. А я улегся в другой комнате. И вдруг слышу страшный мамин крик. Ну, вот так констатировали смерть. Мы не будем рассказывать о том, как удалось найтись в большом мире потомкам Задирацкого. Об этом можно снять отдельный фильм. Все эти люди сегодня стараются по крупицам воссоздать картину жизни композитора, берегут и продвигают его наследие. Лоран Задирацкий, специалист в области экономики и медицины, никакого отношения к музыке не имеющий, в 2013-м сможет организовать концерт сочинений своего деда в старейшей французской консерватории. Это был домашний концерт, камерный. Впервые во Франции звучала музыка Задирацкого. Было немного людей, но тем, кто пришел, это было интересно. После концерта ко мне подходили люди, выражали восхищение и благодарили за открытие.
так быстро, как хотелось бы, Задирацкий сегодня восходит на музыкальный олимп и в России. Его сочинения звучат в программе камерных концертов и на больших площадках. Русское музыкальное издательство выпустило ноты 24 прелюдий и фуг совместно со старейшим немецким издательством «Шот», том на английском языке. Мне наши коллеги из издательства «Шот» сообщили, что в Великобритании вышла рецензия. Английская критика очень жесткая всегда. Максимум, чего от них можно ожидать, это «highly recommended», настоятельно рекомендуем. А здесь получили титул «outstanding». То есть издание Воздерадского, и не только само издание, а, в общем-то, сам проект, его реализация оценена как выдающаяся. За доброе имя музыканта сегодня борется краевед Борис Солодкин из Курска. Его идея – установить на доме, где прошли детские годы Всеволода Петровича, мемориальную доску, не без усилий, но была реализована. Сложно сказать, будет ли это когда-нибудь изучаться. Единственное, что есть, это мемориальная доска. Хочется верить, что когда-нибудь в доме Задирацкого появится и музей Задирацкого, и будет какой-то фестиваль, возможно. Но сейчас все очень тихо и спокойно по поводу его имени. Opus Classic 2018. Октябрь 2018-го, Германия. Концертный зал на центральной площади Берлина. Здесь проходит крупнейшее событие в мире академической музыки. Вручается премия «Opus Classic». Фактически музыкальный «Оскар». В номинации «Открытие» побеждает Яша Немцов за антологию из 5 дисков с фортепианными произведениями Всеволода Задирацкого. Затерянное кладбище в Колымской тайге. Здесь покоятся заключенные одного из лагерей Дальстроя. Таких кладбищ в Магаданской области немало, все могилы безымянны. Были люди и нет. Что они оставили после себя? Какую жизнь прожили? Никто ответа не даст. Долгие десятилетия имя Всеволода Задирацкого, композитора, пианиста, дирижера, писателя, педагога, покоилось на таком же кладбище культурного пространства. Участь физически лежать, как тысячи советских людей, на погосте где-то под Магаданом, его миновала. Задирацкий похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Его могила не в запустении. Сберегли близкие – внучка и сын. Сберегли память и наследие. И пытаются вернуть незаслуженно забытому гению то, чего он не получил при жизни, признание, которого достоин. Задирацкий победил систему, всей своей жизнью доказал. Главное – оставаться свободным человеком. И как бы тебя ни ломали и ни давили, не изменять своему предназначению.